3 крупных соглашения были подписаны чувашским филиалом Россельхозбанка в рамках выставки «Регионы сотрудничества без границ». В рамках соглашения с агрохолдингом «Юрма» Россельхозбанк планирует рассмотреть возможность финансирования нового проекта в объеме до 4 миллиардов рублей. Проекту быть? Да. Второе крупное соглашение, подписанное во время выставки, договор о сотрудничестве Россельхозбанка с Пенсионным фондом Чувашской Республики. Их сотрудничество продолжается уже 6 лет. Сегодняшнее соглашение – продолжение общей работы. Но мы понимаем, куда идет народ, где услуги доступнее, качественнее. Очень важно, и какой процент по остаткам пенсионных средств платят банки. И пенсионеры это внимательно изучают, у них есть на это время. И поэтому я могу сказать, что сегодня наш банк, являясь государственным, очень привлекательная процентная ставка по остаткам, которые хранят пенсионеры. Поэтому они не просто вот, перечислили им пенсии, они тут же сняли. Многие перечисляют их тут же во вклады в нашем банке. У нас отдельно есть пенсионный вклад. И они, кстати, пенсионеры пользуются комплексом услуг. Они только перечисляют пенсии, они активно пользуются кредитами пенсионными. Легче теперь будет взять в Россельхозбанке и ипотечный кредит. Региональным филиалом банка была произведена аккредитация большинства крупных строительных объектов в Чебоксарах и Новочебоксарске. На выставке было подписано соглашение со строительной компанией «Инкост». Рады, что Россельхозбанк решил в сторону строителей повернуться. Но будем сотрудничать. Да, уже, в принципе, сотрудничаем. Долго, плодотворно, да. Да, это для нас новый бизнес, ипотека, всего несколько лет мы на этом рынке. В новый город пойдут больше покупателей. Рос с Сельхозбанком. Главное преимущество Российского государственного сельскохозяйственного банка – то, что он по-прежнему является 100% государственным банком. Поэтому мы выполняем ту свою социальную миссию, которую нам определило государство.